Гамарджоба, Акуджава, Булат Шалзович. Умереть тоже надо уметь. На свидание к небесам паруса выбирает Эгей. Хорошо, если сам. Хуже, если помогут другие. Смерть приходит тиха, бестелесна и себе на уме. Грустных слов чепуха неуместна, как холодное платье к зиме. И о чем толковать? Вечный спор ни Христос не решил, ни Иуда. Если там благодать, что ж никто до сих пор не вернулся с известием оттуда? Умереть тоже надо уметь. Как прожить от признания до сплетни и успеть предпоследний мазок положить, сколотить табурет предпоследний, чтобы к самому сроку, как в пол, предпоследнюю чашу, предпоследние слезы со счет, а последнее Богу. Последнее — это не наш. Последнее — это не в счет. Умереть тоже надо уметь. Как бы жизнь не ломала упрямо и часто, отпущение грехов заиметь, ах, как этого мало для вечного счастья. Сбитый с ног на повал, отпущением что он добудет? Если б Бог отпущение давал, а дают-то ведь и люди. Что грехи? Остаются стихи. Продолжают бесчинство по свету, не прося снисхождения. Да когда бы и вправду грехи? А грехов-то ведь и нету. Есть просто движение. Гомодлопт.